И про бюро находок от издательства Robins я вам уже рассказывала в Инстаграме, так что оставлю под видео ссылку на пост с рецензией. В целом же мне понравилось. Именно этой книгой я перебила читательское похмелье после финала Локвуда. Но вот прошло 2 недели, и в голове остались только какие-то сумбурные отрывки. Слишком много действия, слишком много деталей, но думаю, детей это как раз может заинтересовать и привлечь.